тебе, наш Царь, достоин и один достоин, возносим голоса тебе, наш Царь, святой Бог богов во славе, возносим голоса. Да.
тебя, поем хвалу тебе. Господин, всего творения, всей земли, Ты наш Господь. Аллилуйя, Ты великий. Сияй, Царя, блеск величия, пусть вся земля поет в радости. Душа поет наш Бог.
со мной, наш Бог. Так вери, пусть видят все, наш Бог. Наш Бог так велик. Возьми свой голос, провозгласи величие Бога. Наш Бог так велик. Пой со мной, наш Бог так велик. Пусть видят все, наш Бог. Наш Бог. Стоять на этом святом месте, Господь, где прославляется Твое святое имя, Боже. Сегодня необычное время, Господь. Мы сегодня приносим Тебе жертву хвалы, благоухан и фимиам, который поднимается к Тебе, Боже. И ангелы слышат, Господь, слышат, что Твой народ хвалит Тебя, Господь. Твой народ на этом месте, Господь, на этой земле, Отец. На этой земле, которая претерпела столько несчастья, Господь. На этой земле, которая была залита кровью Твоих праведников, Господь. На этой земле, которая была свидетелем чудесных событий, Боже, когда грех был повержен, Господь, когда нечестивые были прогнаны, Господь. На этой земле, которая испытала на себе такое количество трудностей, Господь, горя, боли, Отец. На этой земле, которую Ты, Отец, в какой-то момент освободил, Боже. Мы все знаем, Господь, мы все знаем, что Твоя милость, Господь, Твоя любовь, она относится к каждому человеку, живущему по Твоей правде, Господь, живущему по Твоим заповедям, Господь. Но также мы знаем, что есть люди, которые находятся на этой земле, Боже, и они не знают Тебя, Боже. Они не знают Тебя, они не понимают, Господь, Твоих обетований, они не понимают Твоей милости. Мы сегодня здесь, на этой болгарской земле, Боже. Мы пришли сюда, мы с разных стран, с разных мест, Боже, но мы здесь для того, чтобы превознести молитву за эту страну, Боже. За эту страну, за эту землю, за этот народ. Господь, Ты чудесный Бог, Ты живой Бог. Ты тот, кто с нами рядом каждый день берет нас за руку и проводит по этой земле, Боже. И Ты возбуждаешь в нашем сердце, Господь, молиться, чтобы эта страна, она обрела то помазание, Господь, которое Ты для нее приготовил, Господь. Потому что ничего просто не случается, Господь. Ты Бог великий, Ты создатель звезд, и Ты Бог мелочей, Господь. Я не знаю, эта планета, она такая маленькая, Господь, и эта страна такая крошечная. Но, Господь, когда мы видим Твою руку
Твое благоволение, Твое благословение, которое Ты излил на Болгарию, на людей, которые здесь живут. Отец, можно поражаться Твоему величию, Твоей силы, Твоему могуществу. Когда цари трепетали, Господь, при одном Твоем движении перста, Господь. Я благодарю Тебя за тех молитвенников, которые не переставали молиться за Болгарию, когда она была под игом турецкой. Когда иноверцы пришли сюда и уничтожали христиан, Господь, когда были разрушены святыни, Господь, когда детей отнимали у матерей, Господь, заставляли детей убивать своих родителей, Боже, когда воровали самое ценное, что есть у Болгарии, их наследство, Господь. И в какой-то момент, Отец, Ты возбудил своих молитвенников, они стали молиться в маленьких церквях, закопанных глубоко под землей, в пещерах, Господь, они возносили свои руки Тебе, и Ты ответил на их молитвы, Боже. Ты собрал царей, которые решили освободить Болгарию, Господь. И сейчас мы видим страну свободную, Господь, свободную для Твоего Слова, Боже. И Ты сеешь это Слово, и Ты сеешь через свои церкви, через своих пасторов, Господь. Ты сеешь через своих верных людей, верующих в Тебя, Господь. Ты сеешь это Слово, чтобы эти ростки, они проросли в сердцах людей, которые живут здесь, на этой земле, Боже. Ты сеешь эти семена в сердца правителей, которых Ты поставил управлять, в политические системы, Господь, в экономические системы, в культурные системы. И эта война идет за эту Болгарию, Господь. И мы знаем, Боже, чем больше мы будем молиться, тем легче людям будет открывать свое сердце перед Тобой, Господь. Ты дал нам свободу выбора, Ты дал каждому человеку свободу выбора. Но Ты также сказал, радуйтесь, всегда молитесь, за все благодарите, Господь. И мы радуемся, Твоему Евангелию, который есть на этой земле, Господь, который мы можем нести. Мы молимся, Боже, за что-то Ты нам сказал. Молитесь всякое время, Господь, и за все благодарите. Мы благодарны Тебе за все чудеса, Господь, которые Ты будешь творить, за измененные жизни, за измененные семьи, за измененную экономику, Господь, за измененные сердца правителей, которые сидят на престоле, и одним ухом они слушают, что им шепчет дьявол, Господь, но другим ухом, Господь, которое внутри, которое Ты заложил в нас, Ты сказал, что я вам дам другие очи, другие уши и другое сердце, и вы будете слышать. И они знают, Господь, что через сердце стучишь Ты к ним, Господь. Я прошу Тебя, разбей эти твердыни. Разбей эти твердыни неверия, Господь. Твердыни жадности, Господь. Твердыни лицемерия, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Я хочу прочитать Твое Слово. Хочу прочитать Твое Святое Слово, которое безгрешное, которое богодухновенное, Господь. Ты сказал в притчах, когда умножаются праведники, веселится народ, и когда господствует нечестивый, народ стенает. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрый утешает мятеж. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Если правитель судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится, Боже, это Твои обетования. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Ты сказал это, Господь. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен, Господь. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа, Отец. И мы стоим на этих обетованиях, Боже, которые Ты дал своему народу, Боже. Мы стоим на этих обетованиях смело и с дерзновением, приходя к престолу Твоей благодати, воздеваем руки к Тебе и просим, благослови эту страну, Отец. Благослови этот народ, Отец. Благослови эту обетованную землю, которую Ты дал болгарам, Господь. Объедини их как нацию, Господь. Как нацию, у которой Царь Бог, который Лорд Иисус Христос, Отец, единственный, неповторимый, и нет другого Божьего. Во имя Иисуса Христа излей свою милость, Господь. Излей свою милость. Папочка. Слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, умер за каждого человека. Действительно, чтобы каждый, Господь, на этой земле, он узнал о Тебе. Чтобы каждый, он принял Тебя своим Господом и Спасителем. Мы благодарим, что мы можем, Господь, с дерзновением приходить к Тебе в молитве и просить Тебя за этот народ. Мы провозглашаем, что Болгария, она евангельская страна. Мы провозглашаем, что Болгария спасена.
Христом Иисусом. Мы провозглашаем, что нет рабства греху на этой земле. Мы разрушаем всякий алкоголизм, наркоманию, самоубийство. Мы разрушаем всякий дух именем Иисуса Христа. Мы противостоим всякой депрессии на этом месте во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем свободную страну, свободу спасенную страну для Христа. Мы провозглашаем, что Болгария христианская страна, свободная страна, спасенная страна. Господь послал тебя, никто перед тобой.
меня помазал Бог тебя. Победу дал Он церкви, и Он ее хранит. Господь послал меня, Господь послал тебя. Никто перед тобой не устоит. Рухнут все твердыни сатаны, знают все враги, что дни сочтены, да сочтены. Пленники греха увидят свет, нет цепи и рабства больше нет. Мы возьмем все то, что нам принадлежит. Мы возьмем все то, что нам совершил Он, нам дал победу. Дьявол побежден, и смерть не властвует. Теперь Иисус Господь наш. О, аллилуйя! Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Все совершил Он, нам дал победу. Дьявол побежден, и смерть не властвует. Теперь Иисус Господь наш. О, аллилуйя! Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Все совершил Он, нам дал победу. Дьявол побежден, и смерть не властвует. Теперь Иисус Господь наш. О, аллилуйя! Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, аллилуйя! Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, аллилуйя! Нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует. Теперь Иисус Господь наш, о, аллилуйя! Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Все совершил Он, нам дал победу. Побежден, и смерть не властвует. Теперь Иисус Господь наш. О, аллилуйя! Он наш Спаситель, и Он Царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, аллилуйя! Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, аллилуйя! Иисус Господь. Аллилуйя!
Мы провозглашаем, что Иисус Господь, аминь. Мы благословляем эту землю, и мы провозглашаем, что Иисус Господь над Болгарией, аминь. Дорогой Господь, мы сейчас склоняемся пред Тобою и взываем Тебе. Дорогой Иисус, мы просим Тебя, войди, пожалуйста, сейчас в каждое сердце. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты обновил каждое сердце. Господь, мы просим Тебя, верни, пожалуйста, каждого из нас в те времена первой любви, когда мы только встретились с Тобой, Иисус. Мы просим Тебя, обнови, пожалуйста, огонь в наших сердцах. Если он у кого-то затух, если он у кого-то тлеет, но если он все-таки еще есть, Господь, мы просим, раздуй, пожалуйста, своим дыханием, своей любовью, Боже, дай нам гореть по Тебе, дай нам жаждать по Тебе. Господь, пусть нам всегда Тебя не хватает. Господь, мы хотим нуждаться в Тебе каждый день, каждый момент времени. Господь, дай нам пережить еще раз ту первую любовь, которая зажгла наши сердца. Ту первую любовь, те драгоценные минуты, когда буквально за спиной вырастали крылья, когда хотелось всех любить, всех обнимать. Боже, когда сердце переполняло радость от того, что я нашел Тебя, от того, что Ты нашел меня, от того, что, Господь, Ты есть в моей жизни. Боже Святый, дай нам еще раз пережить эти чувствования, эти эмоции, Твое присутствие, Господь. Пусть Твой огонь обжигает снова, снова и снова. Господь, пусть через этот огонь, который есть внутри нас, зажигаются близкие, зажигаются другие люди, глядя на нас, что Твоя любовь горит во мне, что Твоя любовь преображает меня, что Твоя любовь делает все новое во мне, в моей жизни. Ава Отче, мы взываем к Тебе. Обнови, пожалуйста. Верни, пожалуйста, первую любовь, которая никогда не проходит. Дорогой Господь, мы склоняемся пред Тобой и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, Господь, мы молимся Тебе, Отец, об огне, о любви, которую Ты нас зажигаешь, Отец, в наших сердцах, Господь, о любви, которая заставляет нас узнавать Тебя ближе и больше, Отец. Я прошу Тебя за людей, Господь, за всех, кто стоит в этом зале, за всех, кто когда-либо, Господь, касался Тебя, Господь, которых касался Ты, Отец, за то, чтобы они не ослабевали в своем стремлении, Господь, двигаться к Тебе, Отец. Пусть они сделают маленький шаг, Ты сделаешь большой, Господь. Я Тебя молюсь за них, Господь, слава Тебе, Отец. Горящие, Господь, в Болгарии. Боже, мы желаем, чтобы церкви были живыми, чтобы они знали истинного Бога, чтобы они переживали каждый день чудеса Божьи в своей жизни, чтобы они шли и говорили о Тебе, Господь, чтобы они не сидели на этих лавках в церкви, просто в Твоем присутствии радовались, что они спасены, но чтобы они несли этот огонь и спасение другим людям, Господь. Мы провозглашаем, чтобы церковь в Болгарии была живой церковью, знающей Бога, церковью, являющей чудеса Божьи, чтобы действительно церковь двигалась в дарах Духа Святого, чтобы происходили исцеления, Господь, освобождение, Господь, воскрешение, Господь, Твои великие чудеса, Господи, во имя Иисуса. Боже, мы просим Тебя, зажигай больше церкви Твои, Господь, православные, католические, Господь, пятидесятнические, все церкви, Господь. Ты будешь живым Богом, Господь, пусть народ Твой будет живым, Господь, для Тебя, будет читать Твое Слово, Господь, углубляться в Твое Слово, любить Твое Слово, искать Твоего Слова, ничего не делать без Твоего Слова, Господь, без Твоего водительства, Духа Святого. Пусть каждый действительно человек, верующий в Тебя, он будет крещен Духом Святым, водим Духом Святым. Господи, убери всякую религию, всякий закон, что только по закону, больше никак, но, Господь, Ты поступаешь по Твоей безусловной любви, Господь. Пусть церковь действительно будет живая, Господь. Церковь будет любящая, Господь. Научи нас, Господь, любить.
друг друга, ты сказал, что увижу, что вы мои ученики, если будет любовь между вами, Господь. Я прошу Тебя, чтобы была любовь в церквях между друг другом, чтобы между церквями была любовь, чтобы католики дружили с православными, и православные дружили с пятидесятниками, чтобы действительно это была любовь, чтобы мы все, братья и сестры, любили друг друга, чтобы не было никаких разделений, потому что Ты один Бог, Ты один Иисус Христос, и нет другого, как Ты. Бог, мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, и просим, приди просто огнем своим, который сожжет все, что не нужно, Господь, и который обновит нас, закалит нас, Господь. Боже, действительно, любим первую любовь, которая была, дай нам понять, откуда, вспомнить, Господь, откуда мы пришли, откуда Ты нас спас, Господь, откуда Ты нас вытянул, Господь, из этой тьмы, Господь, и привел в чудный свой свет, и дай нам, Господь, сидеть в этом свете одним, но дай нам все больше и больше приводить людей к этому свету, говорить о Тебе, Бог Святой, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, мы поклоняемся, Господь, мы жаждем, жаждем больше Тебя, Господь. Пусть эта жажда, Господь, она не заканчивается, Господь. Дай нам все больше и больше разгораться, Господь, все больше и больше гореть для Тебя, Господь. Дай нам
хочет быть к тебе вновь. Твой огонь зажги во мне, хочу я ближе быть к тебе, ближе быть к тебе вновь. Хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви. Только в любви, в твоей любви, хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви, только в любви, в твоей любви, хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви, хочу пребывать в любви, только в любви. Oh,
Присаживайтесь.